Итак, всем привет, вы на канале Эрик Антона. Мы продолжаем проходить Мафию 3. И у нас миссия Мусор. Нам необходимо переговорить с Марией Бава. Так, возьмем предохранитель. Да, миссия вообще очень рядом находится. Как всегда, нам надо будет кого-то наверняка валить, завалить, перевалить, ну и так далее. В общем, все как обычно. Сразу уже хорошая тачка стояла на том месте, где начинал свою миссию. Так, я так понимаю, нам сюда, да? Так, и где-то там был предохранитель. Пошлите, возьмем предохранитель. Халявный, по сути. Ну что, как его не взять, если он лежит. В любом случае, нам еще вскрывать коммутаторы. Не все еще скрыты. Искать журналы Playboy. О, Мария Бава. А это была ошибка. Мне лишние проблемы не нужны. Мне сказали, ты работаешь на свалке. У тебя может найтись для меня информация. Я всего пару месяцев на свалке. В бухгалтерии работаю. Знаю эту жуть, как интересно. У нас всем заправляет Пол Симпсон. Хотя все называют его щенком. Вы должны остановить его. А что он делает не так? Сбрасывает мусор в залив, вымогает деньги у родителей из других компаний по сбору мусора. Но это не самое страшное, что они делают. Они убивают людей. Щенок мистер Симмонс, он не умеет тихо говорить по телефону. Он орал на одного из уборщиков, все время повторял, мол, им заплатили за то, чтобы они кого-то избавились. Ты знаешь, когда эти уборщики будут здесь? Но об этом можно знать кто-то еще из тех, кто на свалке работает. Я постараюсь поискать информацию про этих уборщиков и про весь остальной мусорный бизнес. Все будет хорошо, Мария, ты все сделала правильно. Так. А, как обычно, нам надо, короче, далеко. Так, мы сейчас поедем, вскроем один коммутатор. Раз уж нам все равно по пути. Ёшкин маткалёшкин. Не заметила полиция, как я сбил чувака жопой через дорогу. Слепошары и менты. Так, мы доехали до свалки. И пора прикрывать этот мусорный бизнес. Отлично. Не успел.
Тихо. Чувачка завалили. Так, пойдемте денежки возьмем. Еще 875. Something, space something. Marlene made me take. I don't go to movies much. They were these apes beating each other over the head with a bone. You talking about that talking ape movie? One with Moses? Отлично. I like that one. This one's about some computer and on the spaceship. Going where? Got me. Хер его знает. Так, ну чё, недолго буду там базарить, нет? А, вот они наконец-то расходятся. Отлично, отлично. Они расходятся, это значит, у меня есть шанс. Так, ну это завалим, и там останется два человечка. Отлично. Вообще все пока по-тихому идет. А это работник общей станции, я так понимаю, да? Все. Так, мы неплохо прожили. Сейчас, подождите. Заберем все вот эти бабки. Ух ты, какая девочка роскошная. Картина Вагаса. 8 косарей поднял с этой мусорки уже. В принципе, не так уж и плохо. А, давайте спускаться поджигать, посмотрим. Так, видимо, сейчас надо будет отсюда свалить. Какая-то записка лежит. Так, что за записка? Давайте посмотрим, почитаем. Если еще хоть один кретин опрокинет на себя кислоту, сделайте ему одолжение, прибейте на месте. А то Марки выглядел как гнилой помидор к тому моменту, как откинул копыта. Угу. Так, возможно, кстати... Жалко, нельзя одеть костюмчик. Возможно, сейчас приедет братва. Уж не знаю, как они узнали, что я здесь, да? Ну, как-то они это узнают. То есть сейчас мы аккуратно выходим. Пока никого нет. Но это пока. Пока мне дают уйти спокойно с помойки, на удивление. Ду-ду, мусорному бизнесу капец. Но я так понимаю, все сразу ноль, да? Я весь бизнес пошатнул. Нет, слушайте, еще что-то осталось. Утилизация мусора, Динополе, устроить разгром. То есть где-то я опять должен устроить разгром. Блин, ну тут сам бог тогда велел коммутатор найти. Давайте, поехали. Осталось 26 тысяч. Так, 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 где это, где это, где это, где это? А, ну всего лишь 200.
принципе, наверное, тут были бы и круче места, да? А нет, круче ничего нету. Так, ну что, мы подъехали. Вымогатели денег сейчас будем допрашивать. Да ё-моё. Так, 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 где-то ты нашел халявку. Да, коммутатор возьмем, пригодится. И баха. Так, ну что, мусорный бизнес пора захватывать. Тут вопросов нет. Ну и, кстати, допросить и все взорвать, да? Так, давайте взломаем коммутатор. Посмотрим, что есть в округе. Я уже вижу бабки и все остальное. И это радует. Так, это понятно. Журнальчик Playboy. А, это картина Вагаса, между прочим. Журнал Playboy. Больше ничего нету, да? Ну и отлично, отлично. Так, ребят. Там что, крокодилы? Ёшкин матрёшкин. Ну чё, козёл? Будешь признаваться во всех грешных делах? Тихо! Сидеть, я хочу знать, что там придурки мутите на помойке. После того, что сделал, эти нелюди открыли тебе охоты, стряхнуть из хвоста тебя не удастся. Ты теперь мой. Тыщ. Так. Так, 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 деньги, ножи, деньги. Так. Так, стоп. Украсть деньги из тайника уборщиков. Ну, тут что? Убить уборщиков. Ну ладно, всех не перевалишь. Это все понятно. Давайте сейчас попробуем повзрывать их бутылки. Нормально. Нормально. Ну ты нормально их не бизнес порушил, парнишка. Главное, что и денег-то нашел, ё-моё. У тебя уже 12 бабло. Так, давайте 12 тысяч мы сюда. И ладно, сейчас мы поедем туда. А там вызовем этот консьели. И деньги скинем. Все-таки 12 косарей это уже приличная сумма. Я думаю, пора ее скинуть в тайник. В принципе, блин, могли бы сделать, чтобы автоматически скидывалось. То есть понятно, что ты ее вызываешь. Но это опять же лишнее нажатие кнопки, то есть нафига ли бы оно надо было? Не совсем понятно. Ну, ребят, у меня много вопросов к этой игре. То есть зачем столько однотипных миссий? Честно, не припомню, что когда-либо было столько однотипных миссий в одной игре. Так, мы приехали. Так, давайте, наверное, мы, во-первых, вызовем... Ой, нет. Вызовем ее и вызовем оружие, посмотрим, что у нас там есть, можно купить. Может быть, что-то новое можно улучшить. Ё-моё. Так, давай. Все, мы скинули деньги. Да, я хочу посмотреть, что у нас с оружием.
Так, пистолеты, глушитель пополнить, экипирован. Точность, стабильность, но зато урон больше. Винтовки. Так, так, моя вот эта. А, это купить, подожди, моя. Нет, подожди, какая моя это? Экипирована. Вон. Слушай, вот это может быть за пятнашку купить. Урон больше. Перезаряжка эту винтовку. Темп огня. Вот это неплохая, но урон меньше. Да ладно, в принципе, у тебя нормальная винтовка у нас. Так, тут ничего нельзя. Модификация машины пока недоступны. Все, пойдем, мы готовы. Понятно, подожди пока. Так, тут что-то многих надо перебить. Я так смотрю. Ой, кошмар. Ой-ой-ой. Ужас, ты посмотри, что происходит. Ни черта себе, вот это куда мы попали? Фе. Блять, они тут живых людей убивают, ублюдки. Ёшкин матрёшкин. Это Туро читает, что я не знаю об изменах. Что я не слежу за тем, куда он шляется по ночам. Он выходит из рояля около 11, может там его и взять. Ой, бля. Куда же мы попали? Так, остальные-то все там. Чё он там крикнул? Ублюдок. Ну все, теперь-то уж точно хватит. Плюс я и сам поднаживусь. Неплохо. Ну и здесь давайте уже до конца.
Да, забираем. Все, пошлите, нам надо поговорить с Марией Браво. И узнать, где прячется основной чувак. Так, пойдем. Оп. Да ё-моё, опять ты эту тачку вызвал. Все не то, что надо. Давай, урон нанесли, все достаточно. Вот нашу тачку подогнали, давай, иди сюда. Давай, закрывай нам. Да вообще проблем нету, тачка наша. Все, поехали с Марией Браво разговаривать, с Баво. Так, ну что нам скажет Мария Баво? О, поехали. Щенок, то есть мистер Симмонс, меня сегодня уволил. И тебе это радует? Похоже, у них проблема с бизнесом, раз он не может мне платить. Но, честно говоря, я рад оказаться от этого места подальше. Щенок сейчас на помойке? Да, что вы собираетесь делать? А, вы бьете его? Все зависит от щенка. До встречи, Мария. Блин, до щенка там ехать, как до Пекина пешком. Ну, я так смотрю. Дай мне крутую тачку, потому что ехать там пипец. Какая гоночная у нас точила. Сейчас мы быстро догоним. Ничего, нифига ему сколько пешком топать через переезд. Слушай, нифига я на ней вообще махом долетел. Слушай, я на ней буду журналы по ебой собирать. Она вообще нереально быстрая. Ну что, щенок? Готов пуститься в пляс. Давайте коммутатор скоро, раз мы уж подошли. Давай. Ну, в принципе, ничего здесь такого не открылось. Такого сверхъестественного, да? Идем на мусорку. Вот я думаю, сейчас сразу, может быть. Так, ну этого, понятно, мы сейчас вырубим. Так, территория под охраной. Можешь сразу тогда запустить их чуваков за пятерку, да и все. А что за суета началась? Где, мужики, давай. Run
Двигаемся, двигаемся потихоньку. Есть, пойдет. Наконец-то его прибил. Так, 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 так. Отлично. Отлично. Да еб твою мать. Давай, 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 давай. Щенок. Да выпендривался смыслом своим, козел. Да, работай на меня, у нас не будет проблем, иначе проблемы будут. Окей, окей. Вот видишь, все как просто. Мусорный бизнес захвачен. Так, ну мы, наверное, отдадим его Берку. Так, затраты за следующую заносную Кассандры. Турбонаддув, увеличение. Ну давайте, да, мы Берку вообще ничего уже давно не отдавали. Пора поделиться с Берком. Конечно, приятель, они прибудут, ты и глазом не успеешь моргнуть. Хо-хо, мусорный бизнес. Мусорный бизнес наш. Приехали ребята Бьорка. Зелененькие они. Зеленые зоны, поэтому зеленые машины и зеленая одежда. Да, а вот они сразу не могли приехать и помочь мне. Джон Донован и Линкольн Клей развязали такую кампанию террора, которую эта страна не видела со времен гражданской войны. Да, это очень сейчас коронная фраза. То есть тут же, видимо, режиссеры игры, так сказать, создатели уже не знали, что же и сделать, чтобы, ну, что должен сказать герой между этими дебильными, постоянными, однотипными заданиями. Ой, господи. С ума сойти. Ладно, понятно. А, в итоге Энса здесь где-то, что ли? Где-то встретиться насчет Энса Конти. Ладно, понятно. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, играйте в Мафию 3. Все, всем пока.